подстраивались под их пожелания. И вот сейчас уже наступила такая более холодная погода, и мы все-таки доделываем свои работы. И по этому конкретному адресу проводится покраска цоколя и ремонт входной группы. Погода пока позволяет, но для жителей это самые комфортные условия, для того, чтобы мы не мешали им запахом краски, и все равно какие-то шумовые работы проводятся.